ну-ка. А ну-ка. Что, прям накачивается? Классно? Я не поняла. Быстрее. Дырка! Все. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей и долгожданный фикс прайс для вас. Итак, я на самом деле уже в фикс прайсе, честно, нечего брать. Вот как не приду, там одна-две новинки. Ну и в общем, у меня еще повод был, и я в общем собрала три фикс прайса. Я была в Александровке на Металлургической и на Соколово. В общем, нашла какие-то интересные вещи, которые наконец-таки я смогу вам показать. Ты тоже рад? Итак, для начала отличный повод. Я вспомнила, что у моего сына 23 сентября, день рождения. И я потихоньку буду готовиться, так как я хочу во дворе сделать ему прям украсить. Что ребенку нужно? Ему нужны просто яркие, красивые картинки, но и нам, взрослым, тоже повеселиться. Потому что я думаю, что будет моя племянница, может быть, еще какие-то детки будут. Ну, у меня все мои подруги, они все еще детки, нам всем всегда по 18, поэтому мы с удовольствием повеселимся. А фикс прайс для праздников, для дней рождений, там просто душа разгуляется. Гуляйка. Что я взяла? И думаю, что это еще не все, что я взяла. Я возьму еще. Я взяла вот такие вот Happy Birthday тарелочки. Здесь, по-моему, 10 штук. Нет, 12 штук. Я правильно показываю? Ты правильно показываешь? Не вверх ногами? Happy Birthday. Значит, я хочу разложить вот эти все тарелочки. Всем одеть вот такие колпачки. Чтобы все были яркие, ребенок такой, что с людьми, что со взрослыми стало, я не пойму. Такие красивые салфеточки, день рождения. Что еще? Я взяла, вот, с днем рождения, поздравляем просто. Вот такая красивая, яркая растяжка. Я думаю, что я еще возьму, и думаю, что, может быть, там еще что-нибудь будет. Взяла вот такие вот шарики. Еще на встрече мне с моими подписчиками надарили шарики белые и голубые, очень много. Я их все надую, девочки. Большое спасибо. И украшу весь двор. Хочу, чтобы он был яркий и светился вообще. И настроение всем поднимал. И видео для вас было красивое и яркое. И ребенок, конечно же, радовался. Значит, здесь с днем рождения написано. Здесь сердечки. Там целый пакет этих шариков ярких, разных. Дальше стаканчики вот такие взяла, потому что если на ветру будет все время все падать, и у нас здесь тоже Happy Birthday написано на стаканчиках, и мы будем пить и соки, и много чего другого будем пить из этих стаканчиков. Но я еще возьму, это я сейчас взяла на пробу, а потом думаю, блин, нам не хватит, наверное, столько, да? Один что-то упал, улетел, еще другие взяли. Еще возьму таких стаканчиков, там, по-моему, еще с другими рисунками есть стаканчики. Конечно же, шарики эти надо чем-то накачивать. И опа, я нашла насос. Надо попробовать, кстати, один шарик какой-нибудь накачать. И, конечно же, я выберу сердечко. И, конечно же, розовое. Мой выбор вообще очевиден. А ну-ка. А ну-ка. Что, прям накачивается? Классно? Я не поняла. Только это не сердечко. Я взяла сердечко, но оно... А, не сердечко. Ну это намного лучше, чем ртом качать. Оп! Сына. Такое ощущение, что он продувает где-то. Дырка! Шарик! Фикс прайс, ну ты вообще... Ну что, я латку поставлю? Крестик только красный здесь сделаю. А что? Ну, фикс прайс продает и скотч разный. Декоративно. Обмотаю. В общем, класс. Сын, тебе же понравилось? Ну ладно, ладно, уже заждалась ты. Вот твой топик. Вот такой оранжевый ты смотрела? Вот. Мы с Леной обходили, вы помните, что мы смотрели, она искала себе топики, долго-долго выбирала, взяла три розовые, по-моему, токи, да? И то он один целый был. Я нашла, где много разных топиков, конечно же, я вспомнила про Леночку и взяла ей вот такой топик. У меня такие цвета есть, и даже, по-моему, два, так что на тебе, дорогая моя, носи с удовольствием. Дальше. Что у нас еще? Ну, короче, классная штука, вы поняли, да? Он, его когда нажимаешь, он качает, как только вы... На себя и туда. И он качает. Воздух все время идет туда, во все стороны. Дальше.
Дальше. Дальше я купила бахилы, потому что вот, кстати, девчонки, кто ходит постоянно в поликлинику или еще куда-то, я беру бахилы, и постоянно вот они уже закончились. И это очень удобно, что они с собой. Они у меня есть в сумке, они у меня есть в машине, они у меня есть дома. Вот врач пришел, говорит, давайте бахилы. В поликлинику идем, давайте бахилы. Куда-нибудь случайно зашли бахилы. Короче, это очень удобно. Я их беру себе там в фикс-прайсе. Дальше, для того, чтобы праздник наш был прекрасным, детки игрались и взрослые тоже, а в особенности я, скорее всего, это взяла для себя. Это вот такие вот шары, и для улицы они прекрасны, потому что ими вот так вот взмахнул, просто, и все. И тебе шаров, сына. Класс? Класс. Все. Будем играть. Я давно хотела купить, я купила своей племяннице, там, еще кому-то брала, в итоге, а себе нет. Я взяла вот такой голубенький, ну, мальчиковый, чтобы пацан потом играл, если ему интересно будет. Может, кого-то колотить будет потом, кто будет обижать. Красота. Лена уже примерила. Так, это у нас еда, еду сейчас я попозже скажу. Так. Еще мне посоветовали, девочки писали в директ, сказали, что есть вот такие трафареты для того, чтобы, знаете, раскрашивать руки наши, да. Я, да, согласна, что хну, ну, хны там не продаются, там продается хна только для бровей и ресниц. Я не стала ее брать, потому что там в состав, это основной состав хна, а что-то еще туда входит. Я не знаю, лучше оно или хуже, но, кстати, очень было бы интересно проверить, можно было бы действительно нанести. Здесь вот такие вот рисуночки, да. Прям рука. И вот кладешь. В принципе, достаточно просто. Я возьму хну. Где-то я ее видела. Ой, точно знаю, на классике на рынке у нас есть хна. Я возьму и я попробую. Мне очень нравится, в принципе. Единственное, когда оно выцветает, не очень красиво получается, как будто грязная рука. Но в целом очень неплохо. Так что скоро будет видео, когда я куплю хну. И я сделаю это с вами вместе на видео. Так что ждите, как это будет у меня получаться. И вообще, что к чему. Все нюансы я скажу. Дальше, вот такой вот наборчик, смотрите, это тоже новинка. Как я поняла, мы сейчас с вами раскроем. Это, знаете, здесь кисточка для бровей, красить тени, красить брови, то есть красить помаду. Я думаю, что ее очень удобно, она с крышечкой такой. Мне кажется, она все собирается в один карандаш. Я вот взяла попробовать. Это удобно носить с собой в сумке было бы. Сейчас я это открою. И мы с вами проверим, действительно ли это так. Итак, одеваем. Одеваем. Ну, плотненько, плотненько как-то садится. Может, это все-таки не так? А, нет, села. Есть. Дэн, тебе нравится костюмчик, да, Ленкин? Яркий. Радуется. Вот, смотрите, все эти кисточки я одела, и сверху вот, такая, вот такой вот колпачок. Все. И мы носим это с собой. Если что-то нам нужно, мы сразу достали. И здесь, что удобно, здесь написано все. Вот, например, eyebrow, то есть это не будем мы каждый раз тыкать. Написано angel shadow, lashes, shadow, то есть для теней. Да, ну, то есть мы можем использовать для чего хотим. И это очень удобно, потому что оно все будет закрыто. И вот во всяком случае, особенно губы мазать, когда, да, очень удобно, чтобы оно было закрыто. Также можно отдельно взять какую-то, если вам одна, ну, какая-то нужна. Взяли вот так кисточку и с собой носите одну, остальные держите дома. Вот, соответственно, ну, очень удобно, что она длинная здесь получается. То есть можно длинную сделать. Короче, вот эта штучка классная, мне кажется, у каждой девочки такой must have можно сделать. Дальше, естественно, свои любимые вешалки, я в каждом фикс-прайсе их покупаю, хотя Лена вот сказала, она говорит, как ты эти силиконовые вешалки, меня бесит, пока на них что-то наденешь, не знаю, видите, не для каждого это, но мне они очень нравятся, тоненькие, ничего с них не спадает вообще, я тащусь с этих вешалок, но я выбираю себе синие, а там много разных цветов. Также я решила взять себе, смотрите, вот такой вот наборчик, пора уже, вот, знаете, у меня в аптеке, вот, напишите и поставьте лайк, вот действительно те, у кого то же самое. В аптечке постоянный бардак, надоело уже. Особенно таблетки, которые, ладно, там, которые стоят в баночках аккуратно, а есть, которые там вы израсходовали, там вот эти все отдельные маленькие баночки, маленькие таблеточки. Короче, я их решила, и очень красиво, видите, это специально для таблеточек.
раз и красиво собрал и аккуратно положил в... И оно защелкивается еще. И что здесь хорошо, здесь не просто, да, квадратики одни. Вот здесь длинные, для каких-то вот прям продолговатых чего-то. Градусник тоже можно положить, да. Здесь такая более большая, здесь такие вот маленькие, квадратные, тут чуть-чуть продолговатая. То есть, ну, разные размеры таблеток и стикеров можно сюда положить. Стикер, да. Также можно ее повесить, смотрите. Вешать. 77 рублей стоит. Да, кстати, топик стоит тоже 77 рублей. Вот эта хна 55, вот этот набор 55 стоит. Так, шарики, и это не написано здесь, но, наверное, не больше 55. А вот эти, кстати, тоже я не знаю. Не знаю, сколько вот эти наборы, и ничего здесь не написано. Я брала все наобум. Вы знаете, я вам так скажу, что я вообще практически не смотрю на цены, когда покупаю. Особенно, что касается фикс-прайса. Дальше, ага, я штопики себе тоже взяла. Вот еще желтенький взяла. Кстати, а зачем мне два желтеньких? На тебе желтенький. Тебе очень красиво был желтенький на фото. Да? Да. Мне кажется, понравится твоему любимому. Что это такое? А, глянь, что-то грязное. Надо постирать. Ну, во всяком случае, зацепок нету. Ну, ты же знаешь, там фикс-прайс все меряют, наверное, одевают. Хотя я там не меряю, там же нет примерочной. И вот такая вот кофточка, тоже яркая, мне понравилась. Единственный размер какой-то здесь, мне кажется, большой. Здесь 42-46. One размер. Но она такая легкая, но главное, что она яркая. Хотя нет, вот она здесь у него в липочку. Мне кажется, скоро я вам сниму видео, вот знаете, вся одежда из фикс прайс и сделаю какие-то луки. Если вам нравится эта идея, ставьте лайк и пишите, да, нравится, и я сделаю. У меня давно созревает эта идея, потому что у меня есть и юбка, еще я могу, кстати, шорты пойти специально купить. Куча маечек всяких есть. В общем, можно поэкспериментировать и, в общем-то, что-нибудь придумать нам с фикс-прайсом, луки всякие. Соответственно, давно-давно я уже ищу себе коврик в ванну для того, чтобы малыша купать, и он не скользил у меня. Я купила специальный коврик детский, со львенком там, все пришпиливается. Но мама, например, сказала, он все равно там немного скользит, но он не скользит, когда без шампуня все. А так вот, ну, и чуть-чуть, да, а потом начинает скользить, уходит под воду. Мама сказала, что коврик должен быть... Должно быть не только присосочки сзади, да, должны быть вот такие прозрачные пространства между, для того, чтобы вода проникала, а не создавала вот какую-то такую гладкую поверхность. 99 рублей стоит коврик, вот здесь написано, да. Я взяла синенький для мальчика, он такой, не ну, как бы, он пупырчатый, но не сильно, для того, чтобы было комфортно ребенку ходить, сидеть. Сзади маленькие такие присосочки, естественно, дырочки есть между ними. Я надеюсь, что этот коврик, наконец-таки, нас спасет, мы перестанем скользить. Тем более, много девочек, которые писали мне и в личные сообщения, и в директ, они говорили, что у них коврик именно из фикс-прайса, и им очень нравится. И что еще из еды осталось? Наконец-таки, смотрите, это мои любимые. Кто смотрит меня давно, тот смотрел влог, когда я ездила к родственникам моего мужа в Беларусь. И мы с Машенькой, с его сестрой, с сестрой моего мужа, мы вот такие взахлеб с молоком пили через трубочки. В общем, это такая трубочка, в ней всякая сладюшка. Здесь, значит, со вкусом клубники, здесь карамель, а здесь карамель и шоколад и банан. Я помню, что мне все, по-моему, понравилось, особенно клубничка и шоколад. В общем, трубочку эту достаешь одну, вставляешь в стакан и пьешь. И молоко реально приобретает вообще такой классный вкус, прям коктейль молочный. Это вот классно, замечательно. Я еще возьму, потому что на праздник, если придут детки, да и взрослым, думаю, прикольно будет порезвиться. В общем, такие трубочки появились, и мне о них написали тоже в директ мои зрительницы. И большое им спасибо, я их взяла. Соответственно, чай Лисма. Лисма я люблю. Чай я раньше его все время брала. Крепкий бергамот, индийский черный чай. Бергамот я люблю, черный чай у меня заканчивается уже. И черный чай всегда у меня должен быть. А бергамот вообще супер-мега. Вот. Ну и все. Все, покупочки закончены. Вы понимаете, что в ближайшее время будет. Я вообще надеюсь, что скоро в фикс-прайсе будут конкретные-конкретные новинки. Больше одежды, больше аксессуаров, больше для деток чего-нибудь прикольного. Особенно для малышей, потому что пока мало для малышей. Вот для моего прям ребенка, да. В общем, какие-то игрушки, погремушки. И фикс-прайсу желаю процветания. Пусть он радует нас больше и лучше. Все, а я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Тут, кстати, очки в наборе, оказывается, еще идут.
А ну-ка. Вау! Потом вот такой вот шляп, колпак. Это все девочки и мальчики будут одевать у меня. Скажут, Силя, ты что, с ума сошла, баба? Заставляешь нас. Я скажу, дети, это золото. Да, надо доставать резиночку. Ну ладно, короче, тут резиночки еще есть. В очках водник снимусь на заставку.